Их называют серыми кардиналами, а фразы из киноленты «17 мгновений весны» уже стали классикой. До сих пор национальная безопасность, ведение контрразведки и внешней разведки – прерогатива этой службы. Это все о них, о сотрудниках управления Комитета государственной безопасности, которые на днях отметили 75 лет со дня образования ведомства. Прошло 20 лет с тех пор, как я возглавил Брестское управление. Но время идет, все меняется. Не меняются только люди. Я вижу, как и тогда такие же красивые, приятные лица людей, которые призваны работать на благо защиты государственной безопасности нашей страны. Значимость и важность работы органов Комитета государственной безопасности — это было и ранее, это было и в 90-е годы, и в 2000-е, и сегодня. Это главная защита государственного строя, защита государства, защита тех белорусов сегодня, которые живут здесь. ВЧК, ГПУ, НКВД, наконец, КГБ. Несмотря на калейдоскоп названий, сменяющихся с ходом истории, основные задачи ведомства остались неизменными. Защита конституционного права и экономических интересов, борьба с терроризмом и коррупцией, а также обеспечение информационной безопасности. Деятельность комитета охватывает почти все сферы жизнедеятельности государства. Именно поэтому сегодня служба сотрудников КГБ занимает почетное место среди других государственных структур. В этот день я хочу поздравить всех, в первую очередь, ветеранов нашего управления, действующих сотрудников, за их личный, собственный вклад в обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, нашей Родины. Я хочу пожелать им всем крепкого здоровья, удачи, счастья и, конечно, успехов в дальнейшей службе во славу нашего Отечества. На праздничном мероприятии лучшим сотрудникам управления Комитета государственной безопасности были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за образцовое несение службы. Бывшие руководители управления, ветераны органов госбезопасности и нынешние сотрудники. В их адрес звучали поздравления представителей городской вертикали и братьев по оружию. Еще совсем недавно нам казалось, что мы движемся по миру с гуманными задачами. Мир гуманизируется. Наверное, это, к сожалению, не так. Вот почему задача органов власти, задача специализированных структур – это задача обеспечить нашим людям безопасность, личную и государственную. В этой ситуации я хочу поблагодарить наш комитет, областное управление от имени брестчан за то тесное взаимодействие, которое налажено, за те совместные задачи, которые позволяют говорить о том, что наш город в безопасности, что нам спокойно, что задача брестчан – работать, созидать, а задача специализированных структур обеспечивает вот это спокойствие. Виктория Драгобецкая, Кирилл Львович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.